Чикаго Буллс и Денвер Наггетс. Ну, этот был матч Скотти Пиппина. Хотя мы видим, Джордан что сейчас забил Джордан. А вот жена президента Клэри. Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон была на ваших экранах. Ну, а в этом матче главным действующим лицом на площадке был Скотти Пиппин. Он установил личный рекорд результативности 47 очков. Я просто про Хиллари хочу сказать. Вот она приехала в Чикаго. И куда ей идти? Конечно, на баскетбол. Что такое баскетбол для Америки? Хотя ясно, что в Чикаго есть куда пойти, но тем не менее пойти на баскетбол — это считается престижным. Ну, потом она понимает, что это популярность, это обязательно ее будут показывать на всю Америку, а пойдет в театр, может, никто и не заметит. Да. Ой, что Пиппин делает, ой, что Пиппин, Джордан смеется. 47 очков Пиппина, и Чикаго выиграл 134-123.